Знаешь, гладить по волосам можно каждого. И нежность в руки вложить, и душу. И тот, кого гладишь, не будет и спрашивать, любишь, не любишь, раз нежность наружу. Знаешь, и целовать можно первого, первого встречного, хоть у аптеки. Клясться потом, что в любви будешь верная, готовить борщи или печь чебуреки. Знаешь, ласкать это проще обычного. В наше-то время, что секс просто присказка, костюмчик ничего и лицо симпатичнее. Прелюдия действия, сердце не выпрыгнет уже из груди. Это, знаешь ли, каторга. Люби, не люби, люди любят помучиться. Я это к чему? Я сегодня про главное. А чувства загораются чувством не мучиться.